Кремле состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Викторовича Подгорного, председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина с королем Афганистана Мухаммедом Захир Шахом, который находился в Москве с неофициальным дружественным визитом. Во время встречи были обсуждены актуальные проблемы международного положения, в том числе положение на индостанском субконтиненте, а также некоторые вопросы двухсторонних отношений. Беседа проходила в атмосфере искренности и взаимопонимания.